Всем привет-привет! Вы на канале VoodGSN, канале свежих и своевременных обзоров на все, что в игре происходит. Особенно, когда появляется новая тачка, обзоры на новые танки я снимаю заблаговременно, потому что получаю их для теста и выкладываю, как только машины официально появляются в игре. И у нас сегодня официально появилась в игре Лорейн 50 тонн. Вообще никакого отношения танк не имеет к Лорейн 40 тонн, ну кроме схожести в названии. Это тяжелый танк 9 уровня, коллекционная машина Франции, и внешне он безумно похож на AMX M4 MLE-54. Как видите, сходство на глаза. Единственное, что немножечко отличается внешний вид корпуса спереди. Но, ребят, по уровню бронирования очень даже круто. Здесь хорошая приведенка в верхних бронелистах. Нижний бронелист спрятан и находится под таким углом, что тоже имеет неплохую приведенную броню. Башня в проекции вот так вот прямо представляет собой такой себе монолит, который невозможно практически пробить куда-либо. Здесь крутая приведенка по щекам, огромная маска орудия, ну а комбашня, как вы видите, практически не видна, выцелить ее очень сложно, да и плюс к тому она тоже имеет свой скос. Короче говоря, играть от башни на данной машине действительно очень приятно. Я сыграл огромное количество боев на данной тачке, мне она понравилась, и да, блин, я ее себе хочу, несмотря на то, что это девятка, и к девяткам я крайне скептически отношусь в нашей игре. Мне либо восьмерка, либо десятка, но порой и девятки тоже умеют удивлять. Что меня не удивило, это скорость движения машины. Вперед 43 км в час. Да, действительно, не гоночный болид, но передвигаться достаточно. Откатиться назад на машине приятно, минус 15, то есть 15 км хода назад дают вам возможность вполне спокойно сделать выстрел и закатиться за какое-то укрытие. В отношении орудия все действительно очень круто сбалансировано. Знаете, нет какого-то показателя, который действительно выпячивается куда-то вперед, ну и, соответственно, другие показатели угроблены в угоду компенсации за какой-то другой показатель, допустим, за разовый урон. То есть здесь нет разового урона в 600 или там в 700 единиц, за что вы платите огромным разбросом, безбожным временем сведения и так далее. Здесь 380 единиц разового урона, и кто-то скажет, что этого типа недостаточно, маловато, все-таки девятка, но, ребят, вы перезаряжаетесь 9 секунд, и при этом всем вы имеете время сведения в 3,8 и разброс в 0,330. Короче говоря, в отношении баланса по орудию, точнее по ТТХ данного орудия, у меня лично вопросов не возникает вообще никаких. ДПМ действительно реализуем, потому что машина в силу своей брони, можно сказать, вполне себе живучая, даже не сильно умелыми руками. У меня, допустим, 53% побед, и при этом всем на лорке мне действительно нравилось и действительно заходило. Стоит также отметить, что мало того, что башня круто забронирована, так еще и угол склонения орудия вниз минус 10, что позволяет очень круто отыгрывать от башни за всякого рода холмами, неровностями и так далее. Короче говоря, действительно, в отношении орудия разработчики сделали, ну, не то чтобы персик, но приближенно к этому. Стоит также отметить, что 380 единиц разового урона на базовом снаряде — это далеко не предел, потому что в снаряде вы можете поставить себе вольфрамовые сердечники, ну и, соответственно, добавить себе дополнительного урона в случае такой необходимости. В целом, машина сбалансирована действительно очень классно, и на ней действительно приятно играть. Что она собой представляет в бою? Поехали посмотрим! Ну что, ребят, давайте будем начинать. Как обычно, начинаем с подвижности и маневренности. Несмотря на то, что эта туша довольно-таки немаленькая, в целом, для ее размеров, для уровня бронирования, я лично считаю, что больше, чем достаточно подвижности. Если бы он двигался быстрее, это было бы крайне странно. Ну, либо он в таком случае уж точно должен был бы быть обладателем гораздо меньшего бронирования, нежели обладателем является. В отношении орудия все действительно очень комфортно, все действительно очень приятно. Я сейчас попытаюсь найти себе какую-нибудь такую позицию, которую займу и немножечко поиграю от башни. Подержу вот это направление. Со мной приехал союзник, это уже неплохо. Есть компания, значит, есть кому поддержать. Хотя этот товарищ, он может за себя постоять и самостоятельно, по одной простой причине, потому что времени перезарядки для этого достаточно. Точности тоже хватает. Ну и если вдруг вы где-то упрямо заняли какую-то позицию подходящую, то, соответственно, на ней можете задержаться надолго, причем довольно успешно отыгрывать.
одинаковые. Если не хватает пробития на базовых снарядах, то вот вам голдовый, который довольно-таки точно прилетает в цель и наносит урон. В отношении брони, понятное дело, что где-то какие-то серые зоны все равно по вам выцеливать будут, но в целом я считаю данную машину забронированной неплохо. В отношении времени сведения, в отношении разброса, все крайне хорошо сбалансировано, именно поэтому танк произвел на меня исключительно позитивное впечатление. Мне лично нравится играть на данном танке, и когда он был у меня на тесте, я искренне получал удовлетворение от боев на нем. Как видите, сейчас два непробития, я вполне спокойно выдерживаю, ну и понятное дело, что долго это счастье длиться не может. На меня приехало сейчас два барабана. Это действительно сложная игровая ситуация, из которой, скорее всего, выйти нормально я не смогу, поэтому ставлю себе вольфрамовые сердечники для того, чтобы кинуть сейчас больше урона, чем потенциально могу забросить. Ну и ухожу в глухую оборону, максимально откатываясь назад. Ну давай, выезжай, получай тычку. Ну и я, соответственно, тоже отправляюсь в ангар. В целом, танк интересный, танк приятный. И что самое классное, что на нем буквально за несколько выстрелов удачных вы можете сразу гарантированно занять себе место где-нибудь в топ-3 вашей команды по урону. Ну, тут, правда, еще зависит от того, как команда в целом сыграет. Потому что если у вас будет 1-2 игрока, которые, ну, прям совсем круто нагибают, а вы не успели этого сделать, ну, соответственно, тогда можете опуститься чуть ниже. Но в целом, когда машина была у меня на тесте, а я, кстати, ребята, не киберспортсмен, я не статист, я не провожу по 8-10 часов в игре каждый день, я просто играю ради удовольствия, ну и порой ради того, чтобы видео для вас заснять. Так вот, ребят, с моими 53% я в основном находился в топ-3 команды по урону, я находился в позитивном настроении от боев, мне все нравилось, и в целом мне хотелось играть на данной машине. Именно поэтому я для себя принял решение, что когда появится возможность данный танк себе забрать, купить его или покрутить рулетку, я обязательно этим займусь. Это не реклама новому танку, и если вы давно на канале, то вы знаете, что было достаточное количество видео, в которых новые танки, которые выходили, были мною, ну не то чтобы обхаяны, но было высветлено полностью вся подноготная по данным машинам. Я всегда честно говорю вам о том, что данный танк, ну, не стоит того, чтобы на него тратить свою кровную голду или свои реальные деньги. Так, допустим, было с HWK-30 и многими другими машинами, которые меня лично, как среднего танкиста, абсолютно не впечатлили, и я абсолютно честно об этом говорю. Данный танк действительно может впечатлить. Если вы являетесь обладателем АМХ М4 на 10 уровне, то геймплей, который предоставляет данная тачка, очень схож на АМХ. Но все-таки немножко отличается. Он какой-то, не знаю, более уронный, что ли, и по ощущениям какой-то более надежный. Досматриваем бой, смотрим на результаты. Я не буду вырезать данное видео, я не буду его выбрасывать, я не буду снимать другой бой, в котором я разорвал рандом, в котором я набил больше всех и так далее. Я хочу, чтобы вы видели в моих видео исключительно правду про машины и видели, какие бои реально будут у вас на том или ином танке. У меня получалось на данном танке достаточное количество раз выживать в боях и делать первое место в команде по урону, но, безусловно, раз на раз не приходится. В данной катке, благодаря союзникам, мы получаем заслуженную победу, знак классности 3-й степени, который не берем в учет, и практически, если я правильно увидел, 3000 единиц нанесенного урона. Да, слава богу, старика зрение пока не подводит. Сделал один фраг, и при этом всем, ребят, где я нахожусь в нашей команде по количеству нанесенного урона? Правильно, на первом месте. Это при том, что я вылетел из боя далеко не первым, но и далеко не последним. И после меня в бою оставалось достаточное количество наших союзников, которые могли бы накосить побольше урона, нежели я, если бы они в начале боя играли немножечко получше. Но факт остается фактом. Несмотря на то, что я был одним из первых, кто покинул данную катку, я все равно нахожусь на первом месте по количеству нанесенного урона. Это говорит о том, что потенциально данный танк при более удачном стечении обстоятельств, а именно при отсутствии выехавших на меня троих соперников, из которых двое были тяжелыми танками с барабанами на несколько снарядов каждый, соответственно, если бы продержался дольше, то мой отрыв в отношении количества нанесенного урона в бою был бы гораздо более существенным. И именно такие бои в основном ждут вас, если вы получите себе Лоррейн 50 тонн.
В отношении того, хочу ли я себе эту машину, я уже вам озвучил. Я эту машину хочу себе гораздо больше, нежели когда-то хотел себе, а точнее спокойно относился к АМХу М4 МЛЕ54. И если бы меня спросили, какой танк взял бы ты себе ГСН, в случае, если бы у тебя не было ни того, ни другого, то я бы сказал, что несмотря на то, что это девятка, я бы брал Лоррейн 50 тонн. Он реально гораздо интересней, нежели МЛЕ54. Я пошел снимать специально для вас следующее видео, в котором, как обычно, выскажу свое честное мнение по поводу того, о чем рассказывать буду. А вы, друзья мои, если вы за честность на канале, своевременно с новостей, ну и хотите видеть первыми обзоры на новые танки, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Стараюсь специально для вас и искренне желаю вам мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.